Сегодня ищут новую семью эти два очаровательных, красивых малыша. У этих пушистиков пока нет кличек. Как рассказали прохожие, сегодня утром двое молодых людей выбросили коробку с этими котятами прямо в траву на улице Герцена и скрылись. Неравнодушные люди сообщили нам о малышах и теперь надеются, что у них появится любящая и заботливая семья. Этот малыш очень веселый, активный, ему постоянно надо куда-то бежать. Он такой, видно, что громкоголосый, наверное, будет совсем скоро певцом. А вот этот очень любит поспать, он такой спокойный, любит поспать, полежать и попить молочко. Если вы хотите стать любящим хозяином для этих малышей, звоните по номеру 78 90 23.